И всем здрасте. Очередные выходные. Очередная изоляция лесная. За моей спиной заросшее поле, как вы понимаете. И как вы понимаете из прошлого видео, на этом поле внизу мы кое-что интересное нашли. Оно небольшое пальцо, в принципе. Оно шло вдоль реки и сейчас зарастает березняком. Трава здесь сейчас скоро встанет, где-то, наверное, может быть, еще недели 2-3, уже все будет по колено. Клеща почему-то здесь сейчас нет. Хотя должен сидеть вот на сухостое. Прекрасная возможность его изучить. Ну и берег реки в том числе. А что из этого получится, смотрите дальше. Спустились вниз, где были в прошлый раз. Вот этот пятачок ведь перелопатили. Да, видимо, не весь. Сейчас покажу. Здесь надо, короче, пылесосить. Прям пылесосить. Покажи. Ути, господи. Такое ушко. Ушка нет, но это фиг с ним. Смотрите, какая красотуля. Обалдеть. Сейчас фокус наедет. Где фокус? Вот фокус. Вот такой красавчик. Шикарный. Вот. Знаешь, черный, глубокий. Копаю какие-то непонятные, неведомые кованые хренулечки. Но пока больше ничего. Там булыжник, он валяется здоровый. Я его видела, я тебе на нем предлагал ножи сфотографировать. Под ним это. Я так думаю, лемех. Или рядом с ним. Там все звенит. Я тут... вот здесь, ты посмотри, вот они. Вот, мы эти про что говорю. Блядь, вот. Хорошо, надо полазить. Поподробней. Друзья, здесь каждый сигнал, короче говоря, хоть в обморок падай. Без лопаты, прям в траве. Пином, да, к сожалению, не целое. Смотрите. Шикарное, но не целое. Ой, посмотрите, какая старина, какая красота была когда-то. На другой стороне нет ничего. А здесь какие-то пыптики. Обалдеть, вот кустики-то, а. Друзья, вот 100 раз сегодня уже вот в этих кустах вот так прошел. Вот туда-сюда. Под каким-то углом захожу. Черный сигнал. Маленький-маленький. Еле-еле в траве. Звонил. Ну какой-то вот он черный, да не черный. Ну это ятраковцам посвящается. Вот. Ты копнул. В траве. Черный. Комок разбиваю. Цветной фольга. Оба. Красота, да? Сейчас. Вот такой вот. Обалдеть. Что ж тут было-то, интересно? Ну, у нас предположение, либо здесь дом все-таки стоял какой-то, либо же дорога шла, потому что находки вот, только в этой полосе. Все остальное советский мусор. Непонятно. Сейчас вверх еще потом пройдем, посмотрим. Вот этой полосой именно. Ну, не факт, что что-то будет. Ну, и лемех я его наставил. С прошлого раза. Интересненько.
ушли с того места пока что. Больше ничего нам не дают. Поля дальше. Сопутка попадается. Там тоже. На этом поле тишина. Как-то они все равно ходили. Здесь, скорее всего, видите, коса. Скорее всего, заливное было. Дорога могла совпадать. Не знаю, сейчас вот эту косу мы, конечно, проверим на предмет находочек. Здесь водочные пробки. Потому что здесь были свиньи. Смотрите, какие красивые берега. Высокенькие. Зеленые. И пробочки кругом. Вон она лежит. Ну, мало ли. Какая красота. Вылезли оттуда. Ну, предположительно, скорее всего, там был выпас. Пастухи подбухивали. Поднялись, идем вдоль, прям рядом с дорогой. Александр II монеточка, но убита, к сожалению. Здесь, на империю, ее, в принципе, здесь практически нет. Здесь либо советы, либо средневековье. Ну, нет, либо только на чешую так вот рассчитывать, на серебро, на какой-то сохран, да, а империя нет, не сохраняется, к сожалению. Так, вернулись по вот этой, вот по этому прогалу назад. Больше ничего не было. У Любы полушка. Гнилушка. Гнилушка. Чуть инфаркт сейчас не схватили. Где хабарница? Я не знаю. Она в машине. Тут же, блин, такая красотень. Красотень. О! Притащил. Симпатичный. Камушки собираю домой. Машину положим и пойдем к краю. Время еще есть. Пока попьем чайку. Да, сейчас мусор выкинем весь. Да, говорю, сейчас мусор мы весь выкинем. Бери пакет. Бери шинель. Пошли домой. Так, время еще есть. Побродим. Попили чайку. Вернулись к прибору. И опять мы в зачетах. Оп. Опа-па-па. Такой. Ушечка сломанная, но это перетерся, скорее всего. Старенький. Вот такой вот. Крестюшечка. Обалденно. Так, следующий сигнальчик. Вот такая обалденная пуга-гиречка целая. Сейчас попробую приближу. Вот такая. Попробуем потом посмотреть, что вот это значит. Эти рисунки же они не просто так делались. По береге. У нас опять зачет. И зачет у нас такой. Ложное витое колечко. Вот такая красотулька. Целая. Друзья, я тут уже в припрыжку сейчас прыгать буду. Смотрите. Оп. У нас есть такой похожий. У нас он такой более зелененький, а этот такой более серенький. Обалдеть! И следующий сигнал.
В общем. Как вы понимаете, сейчас подрез. Вот так вот надо. Это ложновитое, только расплющенное. К сожалению. Поплющенное, но. Ну оно. Но все запчасти на месте. Ставьте пальцы. Только что по форме. Я не помню, снимал или нет. По-моему, ВРПшка, а это медный бунт. Чешуечка. Ползем к машинке. Уже все. Ноги не хотят. Ползем. Ноги не топ-топ уже. И не коп-коп. Это вам не город. Так вот хорошо на природе. Так, друзья, сегодня отчетец, совершенно бомбический выход. Вот смотрите, что нашли. Здесь 2, 3, 4 кресточка целых. Здесь ушки чуть-чуть сломаны, но это ничего страшного, в коллекцию зайдет. Лунница часть, к сожалению, с утратой. Ложновитое сплющенное, целое абсолютно. Пуга вот эта шикарная. Какие-то вот сопуточки тех времен. Не знаю, что это такое. Ну, две империи убитых. Совершенно шикарный выход, я считаю. Пальцы мы, я думаю, что заслужили. Завтра будем придумывать что-то еще. Ну, сейчас шикарно ходить по этим разбороненным полям. Ходишь как по ковру, отдыхаешь. Ладненько, что? Так вот мы сегодня походили. Подписывайтесь, делитесь видосами. Ну, на такой прекрасной вечерней нотке. Всем пока.